Друзья, здравствуйте! Нас пригласили в гости на производство компании ТМФ, и здесь мы внезапно увидели в тестовой лаборатории хорошо знакомое изделие – печь Визиера. Но после того, как я задал вопрос, зачем оно стоит на испытании здесь, в такой важной лаборатории, где испытываются только новые изделия, получил очень простой ответ. Как вам, а? Печь та, да не та. Сейчас эту печь можно устанавливать в самом сердце, в центре каминного зала. И каждый, находящийся в нем, с любой стороны, может развернуть его к себе, потому что этот камин крутится на 360 градусов. Его можно поворачивать абсолютно любую сторону, при этом процесс горения не нарушается. В верхней части, там, где подключен дымоход, все стабильно, все надежно и просто безупречно. Эта печь обладает еще и экологическим сертификатом, немецким сертификатом, а требования в Германии по выбросам в атмосферу в 6 раз строже, чем в Евросоюзе. И вы будете приятно удивлены, когда узнаете, сколько стоит эта печь. Она оставляет далеко позади всех конкурентов, как отечественных, так и зарубежных, и по внешнему виду, и по функционалу, и по цене. Актуальные цены на сайте farnax.ru. Заходите, удивляйтесь. Если у вас остались вопросы по этой печи, оставляйте в комментариях, ответим. А еще лучше давайте обсудим ее в наших соцсетях, потому что вещь очень интересная, очень необычная. И за те деньги, которые стоит эта печь, ничего подобного здесь у нас в России вы не найдете. Не забудьте подписаться на канал Farnax Film. На сегодня прощаюсь с вами. Счастливо!